сирийском Алеппо продолжаются ожесточенные бои между сторонниками режима президента Башара Асада и оппозиционерами. Правительственным войскам удалось предотвратить прорыв боевиков, однако группировка Джабхат ан-Нусра все же захватила часть населенного пункта. Ликвидированы более 30 террористов. Также сообщается о гибели 33 солдат. С середины декабря военная авиация выполнила 168 вылетов, уничтожив несколько командных пунктов боевиков в окрестностях городов Хомс, Хамма, Идлиб и пригороде Дамаска.